этот премиум-класс собирается в России? И что это за премиум-класс? Это новая «Волга», «Волга Сайдер». И не надо хихикать, ребята. «Волга» всегда была представителем того поколения автомобилей, которые предназначены были для людей, ну, из премиум-класса. И вот мне посчастливилось одному из немногих автомобильных телевизионных журналистов, хотя журналистами по профессии не являюсь, прокатиться на всех моделях Горьковского автомобильного завода. За исключением «М-ки». Потому что ездил я и на «Победе», ездил я и на ГАЗ-21, ГАЗ-24, ГАЗ-24-10, ГАЗ-3102, ГАЗ-3110, ну и 105-я модель. И вот в завершении «Волга» теперь стала переднеприводной. Я давно говорил, что хочу увидеть того человека, который возьмет, ну, предыдущую модель, к примеру, такого замечательного автомобиля, как Ford Taurus. Да, Taurus нет по натуре, и фордист то же самое. Но в Америке есть и другие дивные автомобили из того же поколения. И вот то, что в Америке является недорогим товаром народного потребления, для нас идет в разряде эксклюзивности. Хотя, что может быть эксклюзивного в автомобиле, который обладает двигателем 2,4 объемом литров и мощностью 137 лошадиных сил? А я вам скажу, что это, пожалуй, топовые четырехцилиндровые двигатели, которые помогают вам ездить и не заморачиваться. Вот мы сейчас едем, допустим. Я немножко ускорюсь, поэтому извините, чтобы было понятно, о чем речь идет. Да, автомат, коробка. Машина вот сейчас на моментном движке двигается со скоростью 80 км в час. Обороты двигателя 1500. То есть вот вам экономия и вот вам крутящий момент. Мне сказали, что Волга Сайбер, ну, в принципе, тот же Крайслер Себринг, ездит не быстро. Я специально прокатился, и мне понравилась машина. И действительно, я себя чувствую по-настоящему в американском автомобиле с мягкими, а не дубовыми японскими сиденьями. Причем мне действительно достаточно комфортно. Потому как, ну, в первый раз я ехал, придвинувшись, кстати, на этом автомобиле, электрически регулируемые сиденья. Так вам Волга называется, да? Вот. Здесь есть климат-контроль, но в ручном режиме. Кондиционер, конечно же, есть. Кроме всего прочего, меня удивила коробка автомат. Потому что, ну, можно довести рычаг и тут уже потыкать шифтроником. Не знаю, как по-русски это перевести. Может быть, мы придумаем какую-то нашу аббревиатуру. Но, пожалуйста, хотите автоматом побаловаться, побалуйтесь. Дальше понравится, лучше переведите и катитесь. Ну, здесь включен весь электропакет. Здесь есть магнитола, которая не магнитола является, а компакт-диск проигрывателем. Здесь есть две подушки безопасности. Теперь как эта машина реально умеет ездить? Я прокатился и специально взял участок бездорожья относительно российского магнитогорского такого. Есть у нас такие объездные дорожки. Ну, маневренность, вот вам, пожалуйста, да? При этом это очень большой автомобиль. Традиционно большой, это полноразмерный седан. Больше является только, пожалуй, Ford Crown Victoria и Lincoln Town Guard. А так, ну, касаемо места сзади. Сиденья всех американских автомобилей, задние сиденья, имеют чуть большую угол наклона спинки. И поэтому сидеть сзади, ну, очень комфортно и действительно можно вольготно расположиться. Если вы возите шефа, то переднее сиденье просто двигаете вперед, и сзади там начинается совсем веселье. Ну, конечно, служебный водитель тоже был желателен небольшого роста, чтобы вы там с коллегой по работе могли пообщаться. Вот, ну, гидроусилитель руля, это уже на всех «Волгах» есть. Вот как машина позиционируется и почему машина не может стоить тех желаемых 300 тысяч рублей? Я вам серьезно скажу, что, думаю, нормальная машина, а Chrysler Sebring более чем нормальная машина, стоить не может дешево по умолчанию. Что касается американского товара народного потребления, который типа Toyota Camry и типа Ford Taurus, опять же, ну, Chrysler Sebring нового поколения, все эти машины, извините, с нуля стоят по 30 тысяч долларов. Да, инфляция в Америке тоже шурует. Если 17 тысяч долларов они стоили в 97 году, то вот вам реальное положение дел.
чем можно этот автомобиль сравнить? Да легко я его сравню с Volkswagen Passat. Да легко я его сравню с той же Toyota Camry. И действительно сравню с Ford Taurus. Потому как все то, что надо, здесь есть. Большой салон, комфорт, нормальная динамика и хорошая управляемость. Ну, про управляемость тут вопросов нет. Спереди, разумеется, это MacPherson. И это передний привод. А вы знаете, что плохо? То, что у нас нет нормального большого семейного автомобиля, сделанного в России. Я немного объясню. ГАЗ выпускал 13 и 14 модели. Это было круче всех. Круче всех выпускали ЗИЛы. А для замечательного человека хватало 24-ки. ВАЗ и АЗЛК, то бишь Москвич и Ижевск, выпускали конкурентов друг другу. ЗАЗ, и это была хорошая машина для начинающих. И грузовиков тоже хватало. Теперь вернемся в Америку и Азию. Три монстра, то есть. И там, и там. Хлопцы, конкуренция тогда и настолько хороша, когда мы выпускаем машины для всех. Почему мы вернулись только к ВАЗу, непонятно. Почему только газельки тоже? Ну худо-бедно МАЗы, КамАЗы с Уралами есть. Мы должны поднимать весь наш автопром, весь. И нам хотелось бы иметь достойный вариант машин для бизнеса и для тех, кто руководит предприятиями, как это делается в Китае и в Индии. Но эта дивная экономия может перерасти, если вы автомобиль начнете сравнивать. Допустим, ну, с каким автомобилем? Допустим, взять Volkswagen Passat. Вот он. Давайте еще какой-нибудь возьмем автомобиль, тоже такой интересный. Допустим, Volvo M. Вот. Что там есть и что здесь нету? Да все то же самое, в общем-то. Вот. Электронные регулировки – это все, а вот есть магическая клавиша. Да, это называется клавиша выключения системы курсовой устойчивости. Это если вы захотите подрифтовать, а скоро снег упадет, и вот можно на льду Магнитогорского пруда поэкспериментировать. То есть машина не будет душиться абсолютно ничем. Я понял, почему. А вот давайте попробуем. Вот я ее включил, да? Ну, помните, была такая реклама «Волга, ты меня удивляешь». Давайте я уж попробую, как это делается. Вот так, да, вот так, наверное. Чтобы уж можно было покрутить машину. Да. Автомат позволяет вам. Опаньки. Так. Ольга. Крайслер Сейбрюк. Я довожу машину. И даже перевожу ее. Вау! Ну, Волга, ну ты меня удивляешь. Что там про тупую машину говорили?